Авария с участием 6 автомобилей случилась накануне на улице Аманжолова. Один человек погиб, трое, среди них беременная женщина, пострадали. Авария всколыхнула весь город. Вечером в инстаграм-паблике Караганды без остановки поступали сообщения, фото, видео, предположения от очевидцев, в том числе видео момента аварии. 2 сентября в 14:15 часов в городе Караганде по улице Аманжолова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 6 автомашин. В результате ДТП один человек погиб, трое человек доставлены в различные медицинские учреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы. Уважаемые жители города Караганды, просим вас соблюдать правила дорожного движения, быть бдительными и внимательными на дорогах. По информации полиции, погибший – водитель Nissan 1984 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Проводятся соответствующие экспертизы. 55-летний водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие на улице Аманжолова города Караганды, задержан и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, водитель автомашины Lexus нарушил скоростной режим. Сотрудниками полиции изъяты записи камер видеонаблюдения Центра оперативного управления. В настоящее время проводится досудебное расследование. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Департамента полиции Карагандинской области. Расследование еще не завершено. По информации Управления здравоохранения Карагандинской области, один пострадавший находится в отделении экстренной травматологии в состоянии средней степени тяжести. Он стабилен. Вторая пациентка в реанимации. Состояние тяжелое. У нее закрытая черепно-мозговая травма, перелом плечевой и бедренной кости. Третий пациент был отпущен на амбулаторное лечение.